Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про сімейну психотерапію. В нашій студії психологиня, психотерапевтка Оксана Соломатіна. Оксана Соломатіна – психологиня, психотерапевтка, сімейна консультантка. Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Психологія та біологія». Авторка та організаторка жіночих програм з перетворення життя. Улюблені страви – грузинська кухня. Хобі – йога, книги, спів. Життєве кредо – все у наших руках. Оксано, вітаю вас в нашій студії. Я вас вітаю. Оксана, тож ви написали, що ваше життєве кредо – все у наших руках. Тож загалом, мабуть, через це життєве кредо ви стали психотерапевткою, психологінею? Або чому, коли виникло таке бажання бути психологом і, мабуть, допомагати людям? Я была таким ребенком, который часто не верил родителям или обществу, или каким-то общепринятым нормам. И какой-то моей такой задачей было найти правду, докопаться и сказать, что нет, мы можем быть счастливыми, нет, не обязательно слушать соседей, нет, не обязательно терпеть. И этот посыл, это желание, оно меня привело к такому образованию. То есть, мабуть, тоді чи в дитинстві боролися с такими стереотипами, якимись радянськими, так? Именно так, да. Мне не хотелось верить, что то, что говорят и мне не нравится, это правда. И каким-то моим таким смыслом было доказать, что каждый живет так, как он считает нужным и имеет право на свое мнение. Знаете, есть украинская классная пословица: кому что нравится, то и тем и давится. Так вот я хотела давиться тем, что мне нравится. И вышло так? Да. Мабуть, ви все ж таки батькам потім показали своїм прикладом, що деякі стереотипи не варті уваги. Это правда. Не всегда было просто. И родители редко отказываются от своего мнения, которое у них сформировано годами, которое у них работало. Но в последнее время мама часто говорит: знаешь, дочка, ты была права. Или: слушай, мне даже неудобно, что я тебя пыталась переубедить иначе. Ну, когда родные признают, это вообще самое лучшее признание. Але ж насправді, от після того, як ви вивчилися на психологиню, після того стало простіше пояснювати, простіше спілкуватись, мабуть, без мови конфліктів, так? От саме, наприклад, з батьками тоді. Ні, на самом деле стало сложнее, тому що коли я закінчила університет і отримала психолог, на мене якийсь наложився, опять-таки, новий стереотип. Якщо ти психолог, ты не должен конфликтовать, ты должен во всем разбираться, у тебя все должно быть идеально для общества, для семьи, для всех. Но, а як насправді? Да, ну, секрет в том, что мы все люди, и обычно бывает по-разному. Хотя знания, которые там получены, конечно же, они помогли мне хотя бы верить в то, что изменения возможны. Но нужно что-то делать, и поэтому «Життєве кредо», да? Все в наших руках. Только тот, кто это делает. Мы все можем. Но только если делаем, тогда это меняется. Чудово. Тож, вы психологиня, психотерапевтка. Да. А в чем разница загалом? После окончания университета я пошла работать в школу и работала школьным психологом. Я очень хотела изменить жизнь детей, родителей, учителей, общества, да, и решила пойти со школы. Но я поняла, что, к сожалению, теоретические знания, диагностика и какие-то моменты, которые я вижу со стороны детей, они ничего не меняют в семье. И если семья не работает над вопросом, то навряд ли что-то поменяется и у конкретного ребенка. Через 3 года я оставила эту профессию, даже немножко разочаровавшись, потому что
иллюзия моя о том, что я могу помочь людям, она развеялась. Я ушла в другие специальности, там, в бизнес, в йогу. Да, я полностью оставила. И через несколько лет все-таки меня опять потянуло. Я поняла, что нет, все-таки я хочу. И узнала, что можно получить второе образование, это уже психотерапия. Психология больше теоретические знания, диагностические знания. Психотерапия – это практическое знание, конкретная работа, ведение клиента и его изменения. Затем была семейная психотерапия, потому что я поняла, что большинство вопросов все-таки связаны с семьей, с конфликтами, с их решением и со взаимодействием. Независимо от того, это муж и жена, это мама и дочка, это родители. То есть в семье есть несколько людей, которые связаны между собой эмоционально, и что-то между ними происходит не так. И интересен был такой взгляд тоже. Оксана, мы ще повернемося до сімейної психотерапії, але ж психіатрія, от чим вона відрізняється від психотерапії? Мабуть, да, иногда приходят клиенты и говорят, можно мне таблетку? Я все понял, да, все хорошо, но это так долго. Можно мне? Назначьте мне лекарство, я это не могу больше. Ну, вот, если пигулка, то не до вас. Нет, вот, это не ко мне. То есть психиатр – это врач, который имеет право назначать лечение. Психотерапевт и психолог работают со здоровыми людьми, где есть норма или какие-то крайние границы нормы. Психиатр работает с патологией и помогает людям, которые имеют психическое нездоровье. То есть есть какие-то, например, если до вас пришли и вы видите, что человеку потрібно до психиатра, да, то, возможно, да, перелічити какие-то депрессивные, возможно, стани, или что, если идти до психиатра. То есть в чем вы поможете? Я могу продиагностировать и сказать, что, извините, но вам, мы должны работать комплексно вместе с психиатром. У меня есть два психиатра, с которыми мы работаем комплексно. То можливо такая комплексная допомога? Да, потому что не всегда человек справляется. Если вы уже затронули вопрос депрессии, конечно же, это изменение на органическом уровне. И тогда при общении, либо при определенных анализах, психиатр назначает лекарство, которое подойдет именно этому человеку. Депрессия, она же ведь тоже по-разному бывает, да? Кто-то очень долго спит, кто-то с плохим настроением, кто-то наоборот уходит в какую-то манию и действия. И для каждого состояния нужны разные препараты. И на этом специализируются врачи. И этим они помогают. И тогда мы комплексно подходим к выздоровлению пациента. Ну, с этим трошки зрозуміло вже, пояснили. А якщо вже переходити до сімейної психотерапії, я, готуючись до ефіру, дивилась на статистику розлучень в Україні. І як показують цифри, то до 2019 року зростала кількість розлучень в Україні, а починаючи з 2020-го зменшилась кількість актів розірвання шлюбу. Тобто зараз ситуація покращилась, виходить, у 2020 році, чи через пандемію, можливо, чи в чому річ? Може, тому що ЗАГСи були на карантині і не працювали. Тобто, можливо, і так. Добре, це ми з'ясуємо трохи пізніше. Хоча, знаєте, обращення стало більше. Звернень саме до вас, як до сімейної психотерапевтки. Так. Я думаю, что вот статистика – интересная вещь. Когда вирус был в Китае, и все страны, все медиа гремели о том, что разводов количество увеличилось, и все опасались этого, и как будто бы уже во всеоружии подошли к карантину. Уже чекали да, да, все такие, ну когда мы будем разводиться? И уже когда есть готовность к этому, и есть такая информация, да, о том, что есть психотерапия, есть семейная терапия. Почему бы перед тем, как подать заявление на развод, не сходить на сеанс? Уже мы ничего не теряем. Да? Какие-то деньги, возможно, но это вклад в то, чтобы разобраться, правда нам нужно идти на развод, или мы просто плохо друг друга слышим. Поэтому обращений действительно стало больше, именно в рамках семейной терапии.
Ось, до речі, в деяких країнах Європи пару, наприклад, не розлучають без проходження сімейної психотерапії, особливо, якщо є неповнолітні діти. І загалом було б добре, якби в Україні також запровадили таку норму. Прямо мечта, знаєте ли. Недавно у нас була пара, яка вже 2 роки в розводі, і супруги бувші підтримують відносини, але не можуть знайти точки соприкосновення. І навіть така терапія, вона теж є сімейною, тому що вони – батьки 3 дітей. И это какие-то отношения, которые не прекращаются, потому что когда пара разводится, они разводятся как супруги, но им нужно поддерживать отношения как родителям. И эта практика, которую вы сказали, ведь она не только для того, чтобы сохранить брак, но порой бывает очень важно корректно развестись, чтобы сохранить отношения родительские, какие-то экономические, возможно, да, ведь за многие годы сплетений настолько много между супругами, что просто так разрезать ровненько не получается. Так, звісно, особливо, якщо є спільні діти, то тут, конечно, знаете, там, дети, кредиты. Довго, мабуть, можно перелічати. Загалом, якщо дивитись, то коли треба йти на сімейну психотерапію? Чи починати з індивідуальною, чи починати з груповою? Як? Що радите? Це коли моя твоя не розуміть, то вже пора. Треба йти куди? На сімейну? Так. Да. Знаєте, часто один із супругів, я не знаю, почему так случается, но чаще это мужчины. Говорят, у меня все в порядке, это тебе пора лечиться, иди. И жены идут, потому что больше в этом жить не могу. Да, то есть, когда все аргументы исчерпаны, когда книги прочитаны, тренинги пройдены, все что-то делаю, но ничего не меняется, тогда пора взять помощь третьего лица. Скорее всего, есть непонимание и нужен какой-то, знаете, так сказать, переводчик. Бывает так, что мы на терапии говорим, вы имели в виду это? Или там, жена говорит вам это, вы слышите? Что вы услышали из того, что она сказала? И сталкиваемся с такими моментами, что в смысле, она что-то сказала? Ну, то есть люди настолько привыкают общаться, не слышав друг друга, из какой-то своей идеи, своего образа, представления о семье или о партнере, что нужен помощник. Тобто це така велика, мабуть, проблема є в сімейних парах і взагалі при комунікації людей з людьми, коли одна людина не чує або не розуміє, або інша людина каже не такою мовою, як може зрозуміти інша. От як взагалі з цим? Да, це основна проблема, тому що, ну, бывают різні причини. Хтось із страху не може відмовитися від своєї ідеї. Я знаю, что нужно жить так. Почему ты живешь не так? И страшно отказаться от своей идеи, пересмотреть какие-то принципы. Да? А когда идут к специалисту, там можно как-то этот вопрос решить. Второй хотя бы услышит, что ему страшно, и поймет причину, почему же тот так настаивает. Бо люди, мабуть, не всі пояснюють. Що ж саме за цим, знаєте, часто, за цими фразами? Ну, що непонятно? Ну, разве это непонятно? Ну, это же логично, ну, это же ясное дело. И одному это ясное дело, а второму это абсолютно непонятно. И в таких вот недопониманиях скрыты огромные, большие недоговоренности, которые приводят потом к конфликтам. Як краще і коли краще йти до психотерапевта і чоловіку? До чоловіка? Жінці до жінки? Чи це неважливо? Ви ще спрашували, коли потрібно на сімейну, а коли на лічну. Цей питання теж відповідає на цей. Коли обидва супруга хочуть вирішити питання, це вже пора йти обоєм. Тому що якщо один хоче, а другий взагалі не хоче, то не получится у нас встречи. И когда все-таки доходит пара на терапию, мы общаемся, мы подсвечиваем сложные моменты, мы подсвечиваем сильные стороны этой семьи,
И ну, предлагаем им варианты, несколько вариантов. Всегда есть несколько вариантов событий. И одним из таких вариантов есть, к примеру, индивидуальная работа. Потому что бывает парадоксально, супруги могут жить 10-15 лет, скрывая свои внутренние обиды, травмы, страхи, и не могут об этом поговорить вдвоем с супругом. И для этого нужна индивидуальная терапия. И тогда сам клиент выбирает, кому ему проще идти, к мужчине или женщине. Во время терапии, мы, например, терапию проводим с моим супругом, он тоже психотерапевт. И это наша такая особенность отличительная. Мужчина и женщина психотерапевты и мужчина и женщина семейная пара. У мужчины есть мужская поддержка и женская, что немаловажно. Потому что если плохие отношения с мамой или с женой, и он не привык получать поддержку от женщины, возможно, такая терапия будет первым примером того, что женщина тоже его может понимать. То же самое касается и женщины, когда она получает поддержку и от женщины, и от мужчины. Разный бывает жизненный опыт, и не всегда это даже за 30, 40, 50 лет возможно получить. Поэтому решается это именно на терапии. Невозможно заранее сказать, кто кому пойдет, к мужчине или женщине. И, мабуть, коли обираєш психолога або психотерапевта, ти вже знайомишся з ним. От як обрати? Це, мабуть, особисто там, тоді, коли ти відчуєш, що саме ця людина тобі може допомогти. Это правда. Иногда психологи пишут много регалий, и некоторые люди ориентируются на перечень техник, которыми он владеет, да, специальностями, которые он владеет. Хоча, но якщо ти не фахівець, ти не дуже зрозумієш, ну, тобто, кількість можеш порахувати, а все таке інше не дуже. Есть, знаете, очень опытные клиенты, которые говорят, я знаю, гештальт-терапия мне не подходит, гипноз мне не подходит, мне нужно НЛП, чтобы я за одну-две практики сессии про... Такая, да, ух ты, сколько вы знаете. Но опять-таки, это все газетное чтиво раньше назывались, сейчас это интернетное чтиво, да, и глубоко мы не можем знать, как работает каждый метод. Так вот, главная идея – это специалист работает с собой. И правильно вы говорите, очень важно, чтобы откликался терапевт, да, какие-то жизненные позиции, принципы, ценности, образ жизни. Когда он живет так же, как и работает, тогда к нему хочется идти. Как-то это, если откликается с вашей историей жизненной, какие-то моменты, которые вы знаете, что можно довериться. Потому что без доверия терапия, к сожалению, не идет. Каким бы супер-классным специалистом ни был терапевт, если у вас не случился контакт, да, доверие, то терапия не пойдет. Именно мабуть, обрання поэтому... психотерапевта, як обрання лікаря, так? Коли ти побачив ту людину, якій ти можеш довіритись, тоді ти вже йдеш саме до неї. Зараз, насправді, дуже легко, мабуть, обирати, тому що є соціальні мережі, ти можеш подивитись на сторінку психіатра або психотерапевта, психолога, і подивитись на життєві позиції, і побачити, як пише, що... Якщо він представлений в соцмережах, в соцсетях, то, звісно, можна. Не всі психотерапевти представлені в соцсетях, але багато представлені. Послушать, как разговаривает, о чем говорит, да, примеры подходят, не подходят, как-то откликается. Ну и все же есть еще вариант, например, у нас с мужем есть такое правило, мы предлагаем получасовую бесплатную консультацию знакомства, чтобы поговорить, строиться, и тогда человек принимает решение дальше продолжать или нет. Ось це, мабуть, дуже добре, така пробна консультація. Пробна консультація, знайомство, так. Ведь даже когда ты находишься с человеком рядом, как он разговаривает, с каким ритмом, с каким темпом, да, о чем говорит, как говорит, можно уже многое понять и почувствовать. А доверие своим чувствам и своим потребностям – это вообще основное, с чем мы работаем. И основное, что является лечебным в любых конфликтах. Ви казали про образи у відносинах, які можуть бути довжиною в життя, так? Ось з цим ви теж працюєте? Саме, мабуть, з цим також приходять до вас сімейні пари? Так, звичайно, обіди – це щось таке, знаєте, це така розрішена форма злості.
То есть злость люди редко привносят, потому что злиться нельзя, нам не разрешали это родители, это вообще не культурно, интеллигентные люди не кричат или еще много установок. А обижаться как бы, ну, некрасиво, но более-менее можно. Но обиды очень разрушают и самого обидчика, и обижающегося. Да? То есть две стороны в каком-то невыгодном положении. И это такое непростое, необъяснимое, бесформенное, но очень глубокое чувство. И у него есть несколько причин, и с обидами мы тоже работаем, конечно. Терапия онлайн. Вона можлива и вона эффективна? Чи може бути такою? Этот год нам показал, что очень возможно и, конечно, очень эффективно. Порою, знаете, иммигранты часто пользуются терапией онлайн, потому что, переезжая в другую страну, специалисты, которые проживают в Европе, в Америке, их ценник гораздо выше, чем ценник на нашей территории, да? И даже с экономической точки зрения, по менталитету, по языку, удобнее работать со специалистом со своей страны. Поэтому так тоже пользуются. Ну, либо между городами. Вот увидел человека в Инстаграм, влюбился, понимая, что только он тебе поможет. Ну что же, ездить каждую неделю? Нет. Для этого есть интернет. У вас есть також такие... У меня тоже есть такие... Пациенты, мабуть, або... Клиенты. Пациенты, они же в психиатров. А у нас клиенты. Муж мой специализируется в основном на иммигрантах, а у меня есть клиенты онлайн, но они в основном из Украины. Оксана. Я еще хочу сказать насчет онлайн, что для терапевта эта работа сложнее на самом деле, потому что в живом общении терапевт смотрит на положение тела, на мимику, на жесты, покраснел, не покраснел, да, как это, заволновался, как дышит. И это легче, когда это близкий контакт. Когда онлайн, больше анализаторов включается, органов чувств включается, и нужно смотреть, чтобы поддержать вовремя человека, либо не пропустить какие-то важные моменты. Поэтому на самом деле эта терапия сложнее, но также эффективна. Оксана, зараз є в сучасному світі нове формулювання медіація. Це також вирішення конфліктів альтернативним способом. І я так розумію, вона теж використовується і психологами, і використовується в сімейній терапії, використовується в вирішенні конфліктів, мабуть, на підприємстві десь або у бізнесі. Чи загалом, от, чи можна до медіаторів, фахівців з медіації, звертатись саме у вирішенні сімейних проблем? Можно, медиация – это очень распространенное такое понятие. Раньше это был бабка-знахарка или мудрый дед, да, или там мудрец, или как, люди, то есть какой-то третий человек, который может видеть объемно, который обладает знаниями о причинно-следственных таких понятий, которые могли привести семью к таким вопросам, с которыми они сейчас сталкиваются. Поэтому… Психотерапевты – это тоже медиаторы своего рода. Те же медиаторы, да, так? Да, да. И помощники в решении конфликтов. Есть еще такое формулирование системна семейна терапия. Да. Чем самого она от обычной семейной терапии відрізняється? Ну, у меня образование семейная системная терапия, да. Системная, потому что есть много подходов. То есть мы смотрим и родовые какие-то изменения, да, и биологические, и личностные. То есть эта система. Невозможно, что мы пришли, и мы уже все знаем. Ответ с первого раза посмотрели и знаем. Это собирательная такая терапия с разных сторон. Понимать причину и дать поддержку семье в той области, в которой она правда нуждается. То есть она довготривальше, мабуть, за семейную, звичайну терапию? Нет, это именно на подход, видение конфликта семьи не в плоскости, а объемно, слоями, знаете, как многослойный. И возможность нырнуть, но и вынырнуть тоже, собрав эту информацию. То есть более такой объемный подход. Я так розумію, що однієї сімейної консультації для пари – це дуже замало. От яка мінімальна
кількість походів до вас потрібна для того, щоб хоча б трошки розібратися в своїх відносинах і вирішити якусь проблему або конфлікт? Первое – это как отправная точка. На ней и определяется и количество сессий, и дальнейший путь. Это может быть решение, к примеру, 3 терапии индивидуальных, 4 совместная. Снова 3 индивидуальных, 4 совместная. Кому-то нужно 5, если проблема более глубокая. Есть пары, которые в очень тесной взаимосвязи, которые друг без друга не могут ничего решать. Для таких мы предлагаем регулярную семейную терапию хотя бы 5 раз. Хотя бы 5 раз. Но порой бывает так, что одна терапия показывает, очень все подсвечивает. И тогда пара решает, готовы ли они идти в решение этого конфликта. Ведь сам специалист не будет решать за пару. Если они выходят за дверь и продолжают общаться, как и общались, не принимая во внимание то, что они решили или узнали, тогда мы, к сожалению, бессильны. Поэтому количество, ну, это может быть предположительно. Такого, что вы отходите 10 сессий, и у вас все будет хорошо, мы не можем гарантировать. И никто не может гарантировать. Загалом, чи є якісь гарантії? Чи даєте ви якісь гарантії? Ми даємо гарантії. Коли до вас приходить пара? Чи, може, хтось вимагає гарантії? Да. Ми даємо гарантію чесно показати їм, що у них відбувається в сім'ї. Вот это мы гарантируем, честность. Підсвітити, так би мовити, да. Проблемні місця. И сильные места, обязательно. Потому что порою пара приходит и говорит, у нас уже ничего нет совместного, мы вообще, мы все, мы никто. А мы говорим, вы вот в этом похожи, вы вот здесь сильны, вот это у вас классно только вдвоем получается. И они тогда видят, да, что это. И проблема может быть не та, которая явная, а та, которую они не хотят присматриваться, которую они не хотят замечать. Поэтому наша задача и сильные, и слабые стороны показать объемную картинку. Дякую вам, Оксана, дуже за те, що ви гарно про все розповіли і пояснили, особливо про сімейну психотерапію. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!